Портретная галерея Серова Генриетта Леопольдовна Гиршман занимает исключительное место. Жена фабриканта и мецената Владимира Гиршмана, чей портрет был исполнен в 1911 году, слыла первой красавицей Москвы. Угрюмому и плохо сходившемуся с людьми Серову она оказалась на удивление симпатична. Он находил ее образованной и скромной, а главное – без замашек богатых выскочек, которые так претили натуре художника. Вскоре Гиршман стала одной из излюбленных моделей мастера. Работа над портретом началась весной 1906 года, когда Серов исполнил первый эскиз найденной композиции будущего портрета. Активное исполнение полотна началось после возвращения Гиршман из Парижа в ноябре и продлилось до весны 1907 года. Для фона Серов выбрал серый, свой любимый цвет. Затянутая в черное платье с белоснежной горностаевой накидкой, Генриетта Леопольдовна позировала на фоне туалетного столика из карельской березы. Немногословность красочной палитры нарушает лишь красный акцент – подушка для булавок. Особую интонацию в живописную ткань полотна вводят сияние и переливы хрустальных флаконов, отражающихся в зеркале. Также Серов поместил и маленький сюрприз, изобразив себя за написанием портрета. Это была своеобразная отсылка к знаменитой картине Веласкеса «Менины». Серов выбрал новый для себя вид техники – темперу, и по воспоминаниям Гиршман он очень увлеченно в ней работал. Квадратный формат холста повторяется в уменьшенном масштабе, висящем на стене гипсовым барельефом, обрамленным в дерево. Игра форм, фактур, ритм цветовых пятен написаны Серовым с присущим его кисти естеством. Замысловатость позы, в которой модели пришлось находиться на протяжении всех сеансов, Серовым была специально придумана. Особенно увлекал его жест руки. В поздних портретах художника именно руки модели порой говорили намного больше лиц.